Современное искусство бывает непонятно не только людям из метро, но и коллегам, венским акционистам. В рамках рубрики «Приглашенный на несколько секунд эксперт» у нас в гостях мистический экспрессионист Виктория Кошелева. Добрый вечер, котики! Виктория, расскажите, пожалуйста, как из традиционного реалиста вы сделались таким человечком? Дело в том, что академическое искусство имеет свой алфавит, который создает границы изображения формы. Однако расширить консервативные рамки такого подхода поможет создание собственного языка. Таким образом, вы можете... У вас муха. До свидания. До свидания.